канал «Улица Москвы». В этом выпуске прогуляемся по улице Авиаторов в московском районе Солнцево. Здесь у нас располагается жилой комплекс «Лучи», новый, строящийся. Все, собак много бродячих тут, я могу заметить. А, нет, это... Не, но все равно есть они бродячие. Щеночки. Вон щеночек бегает. Так, улицу Богданова сейчас пересекаем, короче. Вот здесь станция метро Солнцево. Юго-западный выход. То есть первый вагон из центра получается у нас. Пошли. Вот там уже можно, кстати, пройти туда. Там уже какая-то часть домов сдана. В общем, такой тут микрорайончик, совсем рядом с метро будет. Вот вход в метро. А вот эти дома. Так, а то интересно, тот же вот эти строятся дома, это тот же жилой комплекс или другой какой-то, непонятно. Так, поедем дальше. Так, нам здесь будем стоять. Так, она вроде называлась Авиационная, когда эта улица, когда была в составе города Солнцево. Но переименовали так, как чтобы не было две улицы авиационных в Москве. Так, похожая улица есть возле станции метро Щукинская. Такой даже небольшой микрорайон или город, городишко, поселочек. Вон самолет полетел на Внуково. Минус, конечно, то, что они здесь на такой низкой высоте летают. Не знаю. Я из-за этого, наверное, вряд ли бы стал в Солнцево жить.
Ну, жизнь это такое дело, что никогда не знаешь, как она повернется. Так наперед говорить, конечно, тоже нельзя. Так, ну ладно, вот такой вот жилой комплекс возводится вблизи станции метро Солнцева, канал улицы Москвы. Поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает, чтобы все мечты сбылись. До новых встреч!